Здравствуйте, мы на канале Винограды Сад на даче, с вами Владимир Исаенко. Сегодня 14 ноября 2020 года, и я приехал на дачу, чтобы сделать заключительную работу по подготовке винограда к зиме, а именно уложить лозу на землю. Позавчера я здесь был, провел опрыскивание виноградной лозы, а также яблонь, груш, ну, всех садовых деревьев, смородину тоже опрыскал. Вот. А сегодня буду укладывать лозу на землю. Она уже, так сказать, пленочкой покрылась. Опрыскивал я баковой смесью раствор ракул колоформид меди. Это фунгицид для того, чтобы сделать искореняющую Обработку против грибковых болезней И также там был препарат 30D Он выступал как прилипатель Вот, а также он покрывает э, При такой концентрации 4% я сделал вот, покрывает все растения э, Лозу винограда Ну и те растения, которые я Опрыскивал там яблони, груши Такой пленочкой Вот, э, как бы для защиты, ну это как бы ламинирует, вот как есть э, там удостоверения какие-то ламинированные Вот что-то подобное происходит и здесь, и в этой ситуации Ну а вот это, видите, э, виноград сорта Муромец Вот э, уже даже были первые заморозки, но листья, видите, какие, вот болячек не было абсолютно вот, на моем винограднике в конце июля. Где-то в 20-х числах появились зачатки вспышки оидиума. Тогда я применил э, такой препарат, как ракул колоформин сероактив. Это микроудобрение. Но в той дозе, в которой оно было применено именно Опрыскивание делал 6 и 8 августа, 6 концентрации 60 миллилитров на 10 литров воды, 8 100 миллилитров на 10 литров воды. Он выступил как фунгицид. И вот по сей день, по сей день все кусты э, безболезней вот. были и есть. И вот это видите какой листик чистый. Остальные листики тоже. И вот перед тем, как обрезать э, те кусты винограда, которые, лозу которых надо укладывать на землю, я не укрываю, а только укладываю. Мне пришлось э, три дня заниматься искусственным листопадом. Я обрывал листья, э, оборвал, а потом, потом их все убрали с участка, сгребли, чтобы их не было. Ну вот этот куст я не трогал, это муромец я его на землю не ложу, он у меня зимует так. Заявленная морозостойкость минус 26, минус 30 он выдерживал. Вот. И мне интересно, вот, а когда же эти листья упадут? Вот на следующей неделе обещают мороз до минус 10 градусов. Да? Ну, вот, ну а потом приеду посмотрю, как он подействует на вот эти листья. Ну а вот такой вопрос а что там по соседям, где не обрабатывалось ни антитранспирантом препарат 30D, никакими фунгицидами. Там стоит голо. И вот в том фильме, который я снимал 8 августа и потом через две недели, я показывал соседский куст Изабеллы. Вот. Сейчас я в руки возьму видеокамеру, покажу вам тоже, в каком он состоянии, вы увидите. Ну, а также покажу лозу э э винограда после опрыскиваний. Вот это было позавчера, прошло практически двое суток, и вот какой она имеет вид. Должен сказать, что если вот в предыдущие годы я опрыскивал железным купоросом, то после него лоза принимает такой серый, очень такой неприглядный, некрасивый вид. Здесь она немножко потемнела, но практически осталась та же самая после обработки тем раствором, который вот я показывал вот в этом виде. вы можете зайти и посмотреть. Ну а сейчас я беру в руки видеокамеру. Ну, вон тот куст винограда сорта Муромец, возле которого я только что стоял. Вот это, видите, лоза, обработанная <связывая> баковой смесью двое суток тому назад. Вот это такой вид она имеет. Ну, а вот это я перевожу видеокамеру и показываю тот куст, вот, <связывая> который ничем не обрабатывался. Вот сосед его полностью забросил, не появляется и обработок никаких не было. Это сорт винограда Изабелла. Вот здесь, конечно, мрак полный. Видите, какие тут зараженная ситуация. Вообще этот участок, он очень сильно зараженный. Ну, сейчас я пройду дальше, покажу, что там делается. Вот это листья русского конкорда. Вот это типа плечистика. Там он кудерка. Вон кудерка, видите? Вот. Здесь я не обрывал листья. Она тоже такая же, как и у муромца. Пожелтели и желтые. Ну, там дальше это самое не знаю, видно ли, но я подойду. Листопад целый, вот, на, на других кустах винограда. Ну, и вот, видите, такая лоза. Такой вид имеет это после обработки. Вон та часть, что не вызрела, а вот это вызревшие кусочки. Ну, этого достаточно вполне. Почему? Потому что обрезка очень короткая. Обрезаться будет, оставляться всего одна почка. Вот так. Вот. Но это я буду делать уже туда, ближе к весне. Так, пройдусь дальше, посмотрим, что там. Ну вот, куст винограда ⁇ сорта лидия. Я тоже показывал в тех же фильмах Вот остатки некоторых листьев. Здесь они, конечно, и то ли морозом поражены, то ли какими-то болячками. Вон, как видите. О, лоза сама на ней полной оидиума, черные такие пятна. Здесь никаких ни железных купоросов, ничего не было. Просто, просто оно больное. Вот так. Вот. Как может быть виноград выглядеть, если его не обрабатывать. И вы уже видели, как он выглядит, когда проводятся обработки своевременные и правильные. Вот так выглядит лоза сорта талисман после опрыскивания. Вполне приличный вид. Чуть-чуть потемнело и все. Не так, как после железного купороса. Вот. Дальше он там, видите, листья на земле, на земле. Это я устраивал листопад для того, чтобы куст, кудерки и там дальше освободить от листьев для того, чтобы можно было провести опрыскивание, обработку перед... Но ну, я его не укладаю, даже не снимаю со шпарилера, он морозостойкий. Вот это лоза кадряночки. И вот это тоже кадряночка. Видите, как выглядит лоза после обработки. И вот, этот, вот это плодовое звено, оно показано в моем фильме «Обрезка винограда. Подготовка винограда к зиме». Этот фильм тогда был э, э, снят э, в 2014 году. Вот. И до сих пор вот это он такой имеет вид. Каждый год я его обрезаю, сохраняя. Ну вот добавил еще одну лозину. Вот, если посмотреть... В том предыдущем фильме, то вот этой лозы нет. Это уже я добавил в этом году. И в следующем году, я не знаю, наверное, придется этот рукав менять, потому что он уже настолько толстый и не гнущийся. Вот. Что я не знаю, удастся мне его уложить. Не, удастся, удастся. То, что вот это бугор торчит, это ну, все ерунда главное то, что он пригибается. Вот эти плодовые лозы нагибаются к земле. Сейчас я его буду пришпиливать. Ну, пойдем дальше. Вот это молоденький куст рубиного юбилея. Конечно, я ожидал, что он мне даст в этом году 4 побега. Вот. И микоризу в этом году я подсадил. Вот в этом видео вы можете посмотреть. Но он дал всего две лозины. Правда, хорошее по толщине лозины. Вот одна, вот эта вторая. Но их всего две. А мне надо четыре. Поэтому я его так на обрезал. А весной уже буду оставлять только четыре побега, чтобы получить четыре рукава. Я думаю, что в следующем году он сделает. Может быть, он и в этом году вырос бы, если бы не было такой засухи. А я его не поливал. Вот а он в мае микоризу как подсадил, ведро воды вылил, так и все. Вот. вот это лоза страшинского. Тоже нормальный хороший вид имеет. Не такой ужасный, как после железного купороса. Вот еще. Это та часть, которая у меня на козырьке. Видите, какие лозы. Вполне приличный вид имеют. Вот. Ну а как будет сохраняться весной следующего года, увидим. Да, думаю, что все будет нормально. Вполне все будет хорошо. Ну вот такая ситуация на моей даче с моим виноградом, с соседним виноградом. Я все показал, ничего не скрывая. Вот. Сейчас за работу буду укладывать лозу на землю. А всем спасибо за просмотры. Есть вопросы, пишите в комментариях или на электронную почту. Всем хорошего дня, здоровья и до встречи в следующих видео. До свидания.